Привет всем! Я Нина Барс. Сейчас я вам расскажу рецепт от бессонницы. В этом видео включается еще очень два хороших рецепта. Прослушайте до конца, не пожалеете. Первый рецепт – как бороться с выпадением волос. А второй рецепт – про герпес. Не пропустите мимо. От выпадения волос я использовала такой метод. У меня заболела дочь. Когда выписали ее из больницы, волосы полезли клочьями. Я, недолго думая, взяла ржаной хлеб, теплую воду его накрошила и сделала коптюрю. Вот все она, чтобы разошлась вся полностью. И вот эту гущу я намазывала волосы. И сверху еще желток. И все это по голове растирала. Где-то через полчасика я вымыла волосы и ополоснула крапивой, заваренной крапивой. Все, волосы не вылазили, теперь густые волосы. Мазь от герпеса. Она очень хорошо помогает. Нужно взять 2 столовых ложки йогурта, по 1 чайной ложке меда, пшеничной муки, растворимого кофе и 2 зубчика измельченного чеснока. Все это перемешиваете, накладывайте на проблемное место, на больное место. Когда подсохнет, уберите это и намажьте снова. Через 3 дня все пройдет. От бессонницы помогают цветы календулы сухие. Я вот нынче очень много их насушила. Вот берем вот столько календулы, ложим и заливаем кипятком. Пар идет. И даем настояться, пока он теплый не будет. Можно пить несколько раз в день, вместо воды даже можно пить. Вот теперь чай заварился. Можно и попить. Ваше здоровье. Вкусно. А кто любит мед, так можно еще и с медом немного. Оно очень благотворно будет действовать. Спасибо всем за просмотр. Увидимся на просторах интернета.